Здравствуйте, в эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика», в студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. За заслуги перед страной и республикой в Чувашии вручили государственные награды. В честь окончания полевых работ и учебного года в Чебоксарах прошел детский «Акатуй». Между Волгой и Байкалом или путевые заметки нашего корреспондента из экспедиции в Сибирь. В Доме правительства сегодня вручили государственные награды. Их удостоились лучшие люди республики. Вклад некоторых из них отметили на федеральном уровне. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Нынешняя торжественная церемония определенно войдет в историю как одна из самых многочисленных. В этот раз в почетном списке 45 фамилий. Причем сразу 15 человек получили награды от президента страны. В одном зале актеры, медики, учителя, руководители заводов и даже водители-экспедиторы. Глава Чувашии отметил, что вне зависимости от статуса и профессии, все они патриоты республики и доказывают это своим трудом. Каждый из вас с ответственным служением своему делу, преданностью избранному пути заслужил общественное признание и глубокое уважение. Высочайший уровень мастерства, достигнутый вами, личные и нравственные качества являются ориентиром в жизни для молодого поколения. Сегодня республика прочно удерживает позиции региона-лидера по целому ряду направлений. Сразу шестеро награжденных представляют Чебоксарский завод имени Чапаева. Несмотря ни на что, предприятие работает успешно и реализует инвестиционные проекты. Александр Зюкин как раз отвечает за разработку новых изделий. Он и еще двое его коллег удостоились медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Завод был, есть и будет надежным, гарантированным исполнителем любых заказов. Это разработка новых изделий специальной тематики. Внедрение этих изделий в производство. Награду от президента вручили и председателю общественной организации «Инвалиды войны». На протяжении многих лет Геннадий Матвеев поддерживает ветеранов Афганистана. Сейчас под его крылом более 600 человек. Это семьи, это вот живем одной семьей в рамках устава. И больше внимания возникающим проблемам. Я уже говорил, что существует в республике социальное партнерство. Она дает нам с разными ведомствами решать положительно вопросы, стоящие у ветеранов. На счету врача республиканской клинической больницы Вячеслава Оленина тысячи спасенных жизней. Именно он первым в республике начал делать операции по резекции печени. Сегодня опытный хирург стал заслуженным врачом страны. Я в республиканской больнице работаю с 11 августа 1978 года. Самое главное, особенно для хирургов, это победа за жизнь. Понимаете, победа за жизнь. Этот человек спасли при тяжелых заболеваниях, в экстренных ситуациях. Это действительно самая большая награда. А балетмейстер народного ансамбля «Танташ» Анатолий Попов главной наградой называет детские улыбки. За 30 лет у его коллектива появилось немало поклонников. Впереди новые планы и плотный график репетиций. Анатолий Попов обещает работать с двойной отдачей. Звание заслуженного работника культуры Чувашии обязывает. Знамениты не только в нашей республике, но и за пределами. Выступаем мы на различных конкурсных выступлениях, фестивалях. Он также принимает активную часть во всех проводимых городских фестивалях, конкурсах. Также скоро вот на Дне республики будем выступать у нас на заливе. Нурисламу Минсандрову вручили почетную грамоту Чувашской республики. На посту председателя совета мусульманской организации он много делает для того, чтобы молодежь не забывала духовные ценности. Это кропотливая ежедневная работа. Наша родная Чувашская республика действительно многонациональная, многоконфессиональная. Работы у нас действительно очень много. Глава республики поздравил награжденных с наступающим праздником и пожелал трудовых успехов. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика. Госдума России сегодня утвердила в третьем чтении изменения в бюджет. По словам члена комитета по образованию Алены Аршиновой, главный финансовый документ приобрел дополнительную устойчивость, сократился его дефицит. Увеличены расходы на здравоохранение, выплаты пенсий военным, социальное обеспечение инвалидов, детей-сирот, на образование и науку. Нам удалось увеличить расходы
на образование. Мы его увеличили больше, чем на 3 миллиарда. Получилось также дополнительно рассмотреть и принять изменения почти на 250 миллионов рублей на развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования. Также по этой госпрограмме мы увеличиваем расходы на повышение оплаты труда работников образования. Это дополнительно 286 миллионов рублей. На стипендиальное обеспечение студентов дополнительно больше 3 миллионов рублей. И на другие нужды образования. Получилось также увеличить расходы на развитие науки. Это фактически больше 3 миллиардов рублей. Голубому топливу зеленый свет. Строительство межпоселкового газопровода в Заволжье планируют начать уже в этом году. Такую информацию сообщил заместитель главы администрации Чебоксар по вопросам ЖКХ Герман Александров на встрече с жителями левобережных поселков. Чтобы полностью обеспечить потребности жителей, необходимо построить более 24 километров газопровода. На данный момент подготовлено техзадание на разработку проектно-сметной документации на строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей. Торги планируется объявить уже в этом месяце. В Чебоксарах задержали предполагаемого убийцу, врача-травматолога больницы скорой медицинской помощи. Напомню, тело мужчины с признаками удушья нашли в его рабочем кабинете утром 15 июня. Установлена причастность к убийству 48-летнего знакомого убитого. Это подтверждается показаниями ряда свидетелей, а также другими материалами уголовного дела. Он задержан, после чего допрошен в качестве подозреваемого. Подозреваемый работает юрисконсультом в одной из общественных организаций по защите прав потребителей. Ранее он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за хищение чужого имущества. В случае, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы. С началом летнего сезона в Чебоксары приезжают все больше туристов, и власти города понимают, как важно сделать их пребывание более комфортным. Накануне репутация столицы Чувашии. По итогам выездного совещания, в котором участвовали руководители агентств, сотрудники ГИБДД, было принято решение, что в местах объектов туристического показа установят дополнительные знаки дорожного движения. Еще один вопрос – создание парковочных мест для автобусов, в том числе на площади Республики. Главнее всего погода в доме, а члены республиканского женсовета добавляют и гармония в семье. В Чебоксарах подвели итоги проекта «Гармония в доме. Высшая реальность семейного счастья». Напомню, проект женсовета Чувашии в прошлом году был поддержан на федеральном уровне. О том, что удалось сделать его участникам за последние полгода, узнавали мои коллеги Галина Сидорчук и Андрей Спиридонов. Мама, мама, надоело мне одной играть. Книжку можешь почитать? Ой, подожди, подожди. Завтра что у нас? Подожди. Мама дома, мамы нет. Мама вышла в интернет. Знакомая ситуация. Часто бывает, родители забывают не только поиграть с ребенком, но даже поинтересоваться, как прошел его день в саду или в школе. В итоге каждый член семьи живет своей жизнью. Формально семья есть, а на деле ее нет. Помочь мамам и папам построить настоящую счастливую семью решили члены Республиканского женсовета. С каждым годом мы уже больше проекта придумываем женсоветом и стараемся как можно лучше, больше привлекать сюда детей и самих родителей. Воспитание в семье надо начать с родителей. Как ведут себя, как показывают родители в семье, естественно, ребенок что-то в основу берет. В образовательный проект включились 5 детских садов и 5 школ республики. Своими наработками участники программы поделились на круглом столе. К примеру, в Чебоксарском детском саду номер 182 решили сплотить взрослых и детей с помощью народных традиций. Программа «Моя семья» представляет из себя систему занятий с родителями. Всего проводится 20 занятий с родителями детей, начиная с 3-4 лет. На этих занятиях родители знакомятся с системой категорий и ценностей семейного воспитания. В программе заложена идея воспитания на социокультурном опыте, то есть приобщение взрослых и детей к народным традициям. В столичном детском саду номер 14 возрождают семейные театры. Одними из первых, кто поддержал эту идею, стала семья Васильевых. И взрослые дети с удовольствием включились в игру. Незамысловатые костюмы, несложные декорации, простой текст. Когда семья занята одним общим интересным делом, времени на ссоры просто не остается. Главное, я думаю, любить своих детей. Чем заниматься?
театр или танцы, спорт, да, или музыка. Это уж куда вот ребенка тянет? Сближает, укрепляет семью. Совместное вот участие в постановках и в конкурсах, и в спектаклях. Это очень важно, чтобы у семьи было свое какое-то общее дело, общее занятие, которое всем очень близко, интересно и которое давало бы удовлетворение им всем. О своих семейных занятиях рассказал и Максим Кузьмин. Его небольшая пока семья вместо скучных вечеров у телевизора предпочитает увлекательные походы и поездки. В этом году Максим с женой и 6-летним сыном в составе поискового отряда выехали в Севастополь, участвовали в настоящих раскопках. Молодой отец убедился, что образ жизни и личный пример воздействуют на ребенка сильнее любых слов. Стараемся, да, по мере возможности, если какие-то мероприятия городские происходят, велопробеги, там, ну, обязательно всей семьей, то есть пойти и тоже поучаствовать там. Ездим на слеты туристят, у нас это не первый раз, мы в палатках постоянно живем. Это еще сплачивает более, когда ты живешь на природе, без всякого быта. Все инициативы, которые были реализованы за полгода, лягут в основу следующей программы Женсовета, главная цель которой – помочь родителям создать в семье обстановку взаимной заботы, уважения, любви, открытости и доверия. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Мы уже рассказывали про экспедицию в Сибирь, куда вместе с представителями Минкультуры Республики и Национального конгресса отправились наши коллеги с Национального радио. Про отрезанное от цивилизации таежное село, где до сих пор живы чувашские традиции, в репортаже Алексея Иванова. Таежное село Джогино в Тайшетском районе Иркутской области. Одно из самых крупных. Здесь живет более 500 человек. Дома стоят прямо на берегу реки Бирюса. До ближайших соседей десятки, а то и 100 километров. Сюда можно попасть, свернув с федеральной трассы, которая ведет на Байкал. От нее до Джогино более 100 километров. Населенный пункт образовался во времена Столыпинских реформ. Сюда перебрались с исторической родины коренные чуваши. С тех пор прошел век. Изменилось немногое. Дома все те же деревянные. Уличные тротуары из досок. Здесь все из дерева. На вопрос о том, как и на что здесь можно жить, местные жители отмечают. На то, чем дарует природа. Я переехал сюда из Кочетры, деревни рядом с Джогино. Но родители родом из Чуваши. Работаю в местной администрации водителем. Зарплата маленькая. Свое хозяйство у нас. Ходим на охоту. В лесу много чего можно поймать. По выходным на рыбалку. Местные водоемы богаты налимом, хариусом. Основная часть населения трудится на предприятиях исправительных колоний, которых в этих краях достаточно. Из социальных объектов в селе только школа. Был клуб, но в конце мая сгорел дотла. В школе действует кружок чувашского языка. Молодое поколение с детства понимает родной язык. Поэтому артистов эстрады и фольклорного коллектива «Телей», которые приехали специально из Чувашии, встречали с восторгом. Из Чуваши артисты сюда не приезжали ни разу. Слишком далеко Бирюза от Волги. Но теперь все изменилось. И первая культурная экспедиция Чувашского национального конгресса положила начало духовному воссоединению соплеменников. Джогинцы говорят, в них словно вдохнули вторую жизнь. Рады были нас видеть. Завтра, 22 июня, в День памяти и скорби, в столице Чувашии состоится всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти». По традиции, в 21 час возле мемориального комплекса «Победа» зажгутся поминальные свечи. Это символичный мост памяти, объединяющий прошлое и настоящее. В этот же день благотворительный фонд «Память поколений» запускает акцию «Красная гвоздика». Любой желающий сможет сделать пожертвование, купив красную гвоздику, которая стала символом всенародной памяти и благодарности ветеранам. Средства направят на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной и других войн. Сегодня в парке имени Николаева состоялся детский акату. Этот праздник традиционно проходит в преддверии Дня Республики. Что ребята знают о традициях предков, смотрите в нашем сюжете. В эту
выволкать соперника за линию и стать богатырем Чуваши. Это один из конкурсов фестиваля. В числе других заданий – нарисовать рисунок, станцевать, рассказать стихотворение и исполнить песню. Все на народную тематику. Мастер-классы, выставки, этноквесты. Скучать не пришлось. И даже моросящий дождик ребятам не помеха. Пришли отдохнуть, повеселиться, попеть песни. Может быть, завести новых друзей. Агадуй считается чувашским праздником. Обычно его справляют после посевных работ. Устраивают разные концерты, игры. Мы, молодое поколение, стараемся поддерживать наших предков. Детский Агадуй проводят уже в четвертый раз. С каждым годом участников становится все больше. Готовясь к этому празднику, они ведь изучают народное творчество, они изучают песни чувашские, танцы, они изучают костюмы, изучают обряды. Это же очень важно. Если мы с самого раннего детства начнем детей вот, посвящать вот в эту культуру чувашскую, они ведь никогда не забудут, будут знать, будут передавать своим детям, потомкам. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Сергей Адушкин, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии.